Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Очень рада вас видеть. Сотрудника госавтоинспекции Алексея Ипполитова теперь в этой семье встречают как родного. Он буквально спас супругов Табачук от страшной беды. В ту ночь он был при исполнении, ехал по Наро-Фоминскому шоссе и заметил огненное зарево. Вблизи деревни Акулова увидел огненную вспышку, так сказать, ну, в этом СНТ, в стране этого СНТ. Ну, незамедлительно проехал и увидел, что тут возгорание хозблока рядом с жилым домом. Пламя уже полностью охватило деревянное строение. Медлить было нельзя. Алексей разбудил хозяев, вывел в безопасное место. Когда убедился, что помощь им не нужна, вызвал пожарных и ринулся спасать дом. Куртку ему дали, вот он накрылся курткой. Чтобы жарко не было. Да, ну, потому что в спину жар, он курткой накрылся и поливает. Саник начал сползать, и он вот этот все-все поливал. Стекла полопались, оплавились провода. В деревне отключили электричество. Начали заводить электростанцию. Появилось электричество. Включили насосы. И начали разматывать вот эти шланги противопожарные. Именно благодаря системе пожаротушения и слаженным действиям Алексея удалось сдержать пламя до приезда пожарных. Если бы сгорел дом, который так долго строили всей семьей, и представить страшно, говорят хозяева. Этот дом для меня, для моей семьи, это часть жизни нашей, ну, потому что очень, очень длительное мы здесь время занимались, его стройкой занимались и проживаем здесь. Следов той страшной ночи почти не осталось. Забор заменили, убрали выжженные деревья. Вспоминают, имени своего спасителя в ту ночь даже не спросили. Чтобы сказать искреннее спасибо, нашли Алексея спустя время. За проявленное мужество и отвагу сотрудник госавтоинспекции получил благодарственное письмо от главы округа Андрея Иванова. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».